Так, дорогие друзья, всех приветствую. Сегодня с вами Железный Волк. И сегодня я вам расскажу о самых свежих обновлениях в игре Free Fire Max. Да, дорогие друзья, официально игра вышла вчера, мы все ее установили и удивились тому, что нас ждало в игре. Мне вчера прислали Гаренос за установку игры 120 алмазов, дорогие друзья. Это щедрый подарок. Огромное спасибо Гарене за то, что сделали такой сюрприз. Плюс добавили много новых фишек, ребят, обновление графики, новый режим, ребят, мастерскую, где мы можем создать свой личный собственный остров. И вообще всего того, что не хватало в игре основной Free Fire. Ну что, давайте, ребят, вот такое вот видео нас встречает о начале Free Fire Max. Ну, а мы с вами отправляемся для того, чтобы узнать, что же нового добавили в игру. Официально Free Fire Max стартовал, дорогие друзья. Теперь зависит от успеха игры. Если людям действительно понравится Free Fire Max, то это уже говорит о том, что она будет приносить больше прибыли компании Гарена, чем основная игра. Хотя основная игра сделала огромнейший прорыв в этом плане. Так, ну, об этом чуточку позже, переходим сразу к обновлениям. Так, только сегодня, ребят, доступно пополнение. Всего за один алмаз, дорогие друзья, ты можешь забрать себе вот такой вот крутой рюкзак «Зловещая легенда». Блин, мне было бы интересно узнать, как выглядит «Зловещая легенда», именно наряд. Ну, потому что вот этот рюкзак, это действительно самое топовое, что только добавляли в игру. Мне он действительно понравился, и я, наверное, его буду забирать. Это особое однодневное пополнение, дорогие друзья. Однодневное, сразу предупреждаю заранее. Итак, следующее обновление нас встречает, это подобрать скидку, дорогие друзья. Ты можешь сделать уникальную скидку и выбить себе топовые наборы за один алмаз, скидочка, или до 90%. Это новое событие, которое стартовало в игре Free Fire Max. Давайте посмотрим, что же оно из себя представляет. Да, конечно, удивляет, что в игру добавили очень много интересных обновлений. Ну, поначалу, конечно, были фризы, лаги такие средненькие, но это не особо мешает, конечно, игре, ребят. Итак, здесь бесплатный подбор скидки, дорогие друзья, играет топовый музончик, здесь есть топовые наборы, которые можно забрать. Ну, давайте посмотрим, бесплатный подбор скидочки, блин, пожалуйста, пусть за один алмаз будет. Я хочу, чтобы мне выпало один алмаз. Черт, за 12 алмазов? Да ты шутишь, бесплатный подбор. Да ну нафиг, нет, ну блин, ладно, так уж и быть, лутбокс Искатель Тайн, беру за 12 алмазов, дорогие друзья. Так, еще проводим бесплатный подбор, то есть здесь можно заюзать несколько скидочек, скидочка 80%, и нам опять лутбокс, дорогие друзья, за 15 алмазов мы выбиваем себе лутбокс, дорогие друзья. Блин, это просто топчик. Итак, скидка за 1 алмаз, 1,60%, и у нас... Ну, нифига себе, 479 алмазов стоит набор Free Fire Steel Gamer. Блин, мне срочно нужны алмазы. Ну, вот какую на данный момент себе я скидочку вытащил, дорогие друзья. Блин, круто, если бы совпало бы на один алмаз. Но игра работает стабильно, заметит. Да, пастет великая, подождите вы. Итак, огонь на максимум, обмен на пушки, дорогие друзья. Собирай жетоны и обменивай их на крутые скины. Здесь ты можешь забрать... Незримый наблюдатель, вот такой вот пулемет с показателями точность плюс 1, бронебойность плюс 2. Можешь также забрать себе здесь топовый день Нептуна, XM8, урон плюс 2, дальность плюс 1. Также водяной автомат Калашников, урон плюс 1, магазин плюс 2. P90, каратели, плюс 2 скорострельность, плюс 1 урон. Еще также ты здесь можешь себе забрать топовый скин на Скар Искатель Тайн. Это скорострельность плюс 2, дальность плюс 1. Также здесь можно забрать еще себе крутую эмочку Дикий Карнавал. Я уже с ней играл, бегал. Топовая пушка. Магазин плюс 2, плюс 1 урон. И, конечно же, аниме, дорогие друзья. Да, все верно. Фамас. Урон плюс 2, дальность плюс 1. Собирай вот такие вот желтенькие жетончики, матрешки на максимум и забирай себе крутые скины на оружие. Поехали дальше. Итак, личный остров. Сыграй любую игру и получи карточку комнаты. Играй 10 минут и забери
карту личного острова, где ты сможешь создать свой собственный, чтобы играть со своими друзьями. Фэнтези-команда. Собери свою команду сейчас и выиграй приз. С 29 сентября по 2 октября, дорогие друзья. Что это за событие? Давайте посмотрим, мне уже интересно. Не забывайте подписаться на группу ВКонтакте World of Games v.v, ребят. Ссылку на нее вы увидите в описании. Так что переходи, подписывайся. Так, выбери игрока. Да, прямой эфир, дорогие друзья. Fantasy Team – это новый режим. Я, блин, даже еще не знаю, что он из себя представляет, но здесь, блин, топовый наряд будет даваться, плюс рюкзак. Обалдеть. Это все за золото? Или все это... Нет, это, наверное, не за золото. Все эти топовые вещи, наверное, надо будет за особые награды. Это Пролига, дорогие друзья. Третья Пролига стартовала, блин. Я просто не верю словам. И как мы видим, у нас новое тематическое лобби нас встречает в игре. Добавили вот такую вот доску, где мы можем вывесить свои топовые пушки на показ перед всеми, чтобы показать, какие мы с вами классные игроки. Также можно выставить и автомобиль, любой, который у тебя есть, мы можем его сюда поставить, и мы можем им наслаждаться, дорогие друзья. Так что можно выставить любые машины, которые у вас есть, любые. Выставляйте, и пусть все видят, какой крутой у тебя транспорт. Итак, какое еще обновление? Ну, питомец, все на том же месте. Сюда вот перенесли значок рейтинга. Так что здесь можно сразу его быстрее увидеть. Здесь тоже случилось у нас большое обновление. Кстати, там за рейтинг скоро будет даваться золотая эмочка. Теперь новая фишка в том, что мы можем вот так вот повернуть камеру. То есть мы можем полностью просмотреть персонажа. Там вот у нас стеночка стоит. Да, можно здесь вот выставлять стенки свои, любые, которые у вас есть. Выставляй. И уверен, тебе будет интересно увидеть некоторым игрокам, какая здесь стенка. Ну, у меня пока... Только такая есть. А ту я стенку не успел забрать. Так, я еще что-то не понял. Тут байк, по идее, должен быть. Или это просто украшение интерьером? Да, теперь вот так вот можно вертеть камеру. Чтобы забрать себе... Ну, чтобы показать свое... Ну, тут крутое тематическое лобби. Да, там в настройках есть стандартное лобби. Оно неинтересно. Так что я теперь играю на таком. Вот сюда вот перенесли теперь у нас элитный пропуск. Ну, я уже забрал, собственно, дорогие друзья. Напоминаю, что вы можете забрать зачарованные небеса всего за 800 алмазов. Это большая скидка, минус 42%. Ну а вот как выглядит сам пропуск. Зачарованные небеса. Ну, кстати, не все оценили этот пропуск. В зачарованных небесах набор царственной аквамарины. Вот так вот выглядит этот набор. Ну, действительно ярко, интересно. Мне вот только обувь вот эта не нравится. Ее можно бы заменить какими-нибудь там кроссовками, я думаю. Так яркий, интересный набор. Ну, тут женский наряд, конечно же, тоже добавили. Набор царственная лазурь. Ну, тут тоже можно придумать, с одной стороны, сочетание к набору. Если там одеть на низ что-то более топовое. Ну и, конечно же, это вот такой вот грим, яркое затмение. Ну, кстати, интересно будет сочетаться. Но это вы сможете забрать грим только если сделаете покупку сейчас. Потому что идет предзаказ. И получишь доступ ко всем элитным наградам. Так, ну здесь, как всегда, вы как видите, у нас здесь пропуск добавлен. Так что да, я его уже забрал. Ожидаем следующий. Итак, все то же самое практически перенесли, но здесь теперь стартовал огонь на максимум календарь. Будут раздаваться там скины на Мока, еще какие-то топовые скины, много вещей, медальки, оружие, елки. Да тут нас ждет много чего интересного. Просмотр, награда за просмотр, гранд-финал. Да, гранд-финал в субботу, дорогие друзья, будет. Так что если к трансляции наберем 10 тысяч зрителей, мы сможем забрать все вот эти крутые вещи. Так что ждем Про-лигу. Так, огонь на урон. Так, огонь на максимум урон. Так,
пройти метры. Ну, здесь практически все то же самое, отличия никакого. Только в настройках поменялось. Тут много новых плюшек, ребят. Так что смотрите. Да, Road to Pro League S4, эпизод 1, дорогие друзья. Тут тоже можно будет себе крик золотого кулака забрать. Да, подождите вы. Так, здесь у нас финалисты, дорогие друзья, указано. Выбирай своего любимого чемпиона и болей за него. Ну и, конечно же, Free Fire счет. eSports Oryx сейчас самые результативные. Ну и в событиях пополнение все тоже. Осталась двойная рулетка. Микрочип Джея, пока непонятно, что это. Скидтябрь. Так, скидтябрь, здесь скидки до 85%. Ты можешь забрать, начиная всего с 5 алмазов, любые из крутых скинов. Димитрий за 600 алмазов. Плюс сердечный ритм. Коралловая хулиганка. Новый золотой джекпот, дорогие друзья. Так что вперед забирать его, потому что здесь добавлено... Новая коралловая хулиганка. И дайте я, наверное, ее сегодня, наверное, буду выбивать тоже. Я запишу по этой теме, наверное, отдельное видео, как выбиваю набор коралловой хулиганки. Что вот такой вот набор сюда добавили. Так, ну в призах тут тоже есть. Хотя нет, ничего такого нету. Ну и, конечно же, набор Анадроид. Да, кстати, ребят, я попытался уже прокрутить, но пока не повезло. Ладно, давайте прокрутим. Конечно же. Мне выпал чертов лутбокс, блин. Нахрен он мне нужен. Так. Ну и все. Оружейные. То же самое. Анадроид. Потом. Так, башни обучения нет. Спасибо. Вот такой вот набор добавлен в Ондроид. Так что. Ну, чем-то похоже на наряд ангела из Overwatch. Ну, еще крутое обновление случилось. Это в плане оружейки. То, что теперь видно больше половины оружия. Что мы можем увидеть все топовое оружие. Я потом сделал отдельное видео обзор на свою коллекцию оружия. Ну что, это был Free Fire News. И весь обзор версии Free Fire Max. И да, спешу напомнить, что в настройках можно включить дополнительные плюшки с Free Fire Max, дорогие друзья. С вами был Железный Волк. Играйте только в крутые игры, смотрите аниме и слушайте только хорошую музыку. Играйте во Free Fire Max, одерживайте победы, будьте топовыми игроками. А я с вами прощаюсь, с вами был Железный Волк. Всем сайонара и до встречи во Free Fire Max.